Так, парни, всем здорово. Всем здорово. Это, так сказать, спецвыпуск. Меня замотала одна вещь. Сейчас вот я вам ее просто покажу. Багажник открываем. Вот этот дребезг, блядь. Да? А если потихонечку? То есть что дребезжит? Дребезжит номер. Когда закрывается... Значит, что я подумал? Сколько может это продолжаться? Это просто нужно устранить. Значит, сейчас я поеду к себе, сниму номер и покажу вам, как эту херню можно просто-напросто убрать. Просто на другой у меня машине этого дребезга нет, потому что я это сделал. Поехали. Поехали делать. Все, надо делать. То есть, все, что нам понадобится, это ножницы, шуруповерт и уплотнитель. Он же утеплитель. Вот просто смотрите. Многие из вас наверняка это уже делали, но и многие... 100% этого не знают. Поэтому сейчас вы это все узнаете, пацаны. Значит, процесс какой? Сейчас сначала я номера сниму, а дальше уже внутри я вам покажу. То есть я ее разберу полностью, эту рамку. Вот, вырежу под нее утеплитель. Он же будет для нас уплотнитель. Близко не показывают, там этого нету от фокуса. Соответственно, сейчас все посмотрите. То есть мы поехали. Процесс у нас быстрый. Значит, вот, мы сняли, дальше нам что понадобится? Вот такой вот парень, просто олдскульный парень на 10, который мы сейчас снимем пластиковую рамку. Значит, смотрите, что мы имеем. Рамка, номер, скотч двусторонний, фломастер, ключ, это сюда. Шуруповерт, ну, в общем, то, что мы разобрали, что были там закрепить потом. И, соответственно, фишка всего этого уплотнитель. Обычный уплотнитель, утеплитель по-другому, он же самый, ну и тут утеплитель. В общем, сейчас я это все помою, и постепенно мы с вами все вместе сделаем, оденем, и я вам покажу то, что после этого дребезг багажника уходит раз и навсегда. Так, значит, все, я помыл. Я уже тут, короче, начал, уже скотч приклеил двухсторонний, а потом вспомнил то, что я же блогер, я же все снимаю на камеру. Суть в чем? Все чистенько, все аккуратненько. Вообще принцип какой? Вот когда вот рамка у вас к машине, да, висит на багажнике, вы одеваете номер. И когда вот вы хлопаете, да, багажником, то есть вот это, в принципе, дребезг-то и происходит между вот рамкой, номером и самой рамкой багажником. То есть она пластиковая, все равно она ходит, то есть, ну, звук неприятный происходит. Но, в принципе, он в основном идет из-за номера. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас с помощью нашего утеплителя, в нашем случае для нас он идет как уплотнитель, вырежем две прокладки. То есть одну мы положим сюда, я ее прикреплю сразу к номеру, и потом оденем, закрутим. А вторую мы точно такую же сделаем, мы ее положим сюда. И, соответственно, когда прокладка будет у нас находиться, две даже прокладки, звук исчезнет 100%. Но вы сейчас все это увидите. Значит, соответственно, делаем. Первым делом мы сейчас вырезаем два шаблона. Что сейчас делаю? Я сейчас просто положу номер, положу рамку, обведу их по периметру ручкой, но сделаю их на 5 мм, короче, с каждой стороны. Зачем? Для того, чтобы это было не колхозное, чтобы это вообще было незаметно. То есть оно не будет никак не выступать, не выпирать. То есть внешне это люди никто не заметит. Соответственно, делаем. Значит, собственно, вот. Мы ввели... Это у нас номер, это у нас рамка. Резать я буду, то есть, соответственно, по 5 мм меньше. Вот, пойду, сейчас сделаем. И у нас получится два уплотнителя. Они же прокладки. Значит, вот что мы имеем, что у нас получилось. То есть берем рамка номер, давайте возьмем с рамки. Ну, по идее, как у нас будет? То есть мы ее сейчас приложим, вот так, да? Аккуратненько мы ее прикладываем. И то же самое мы сейчас сделаем для номера, прокладочку. То есть если вы посмотрите, да, на камере, ну, я думаю, не видно, то есть лишка. Мы это все прячем. И сейчас мы это все сложим вот так. И у нас получится такая плотная конструкция. И когда багажник будет хлопать, вот,
Уже, да? Уже, пацаны, уже. Как бы уже близко, уже близко. Соответственно, лишнего не будет. Зачем я сделал этот двусторонний скотч? Для того, чтобы сейчас там на улице не стоять на коленке, не придерживать все это. Я сейчас просто приклею аккуратно. И то же самое сейчас сделаю здесь. Ну, я сейчас вымерю. Нанесу его. Приклею. И все, в принципе. И, в принципе, вот вся процедура. Занимает это по времени, ну, сколько? Минут 5? Ну, не 5, 10, 15. Это с учетом того, что снять, помыть и так далее. В общем, все, сейчас мы будем клеить скотч. Значит, вообще, на самом деле, это фишка такая, я бы сказал, олдскульная. В том плане, то, что я ее у отца научился, он меня, точнее, научил. А раньше, там, в 90-х, в гаражах такие вещи, ну, похожие делали. Не знаю, он говорит то, что он еще давно на тех машинах, которые были с багажником, вот такого плана, делал их. Вот так вот. Просто на Мурану-то у меня стоит, на X-Trail то же самое было. А здесь... Ну, как-то я особо багажником просто, в принципе, не пользуюсь. А сейчас пользуюсь. Сейчас вожу там кое-чего. Вот. Вот такая вот тема получается. Это раз. Это два. Значит, сейчас мы аккуратно все это приклеим. И отправимся на улицу собирать. Вот и все. Собственно, раз, два. Соответственно, зачем, если вот интересно, зачем сделал? Ну просто, до этого здесь была реклама, то есть реклама автосалона. Соответственно, сюда на рамку наклеили скотч, не скотч, а пленку черную матовую. И вот эти вот буквы, они светоотражающей пленкой сделаны. То есть, когда фарами попадаешь, это они так, ну, светятся. То есть, по принципу, как у ГАИ, у ДПС, у полиции, такого же плана пленка на машине. Вот. Езжу год, как купил, сразу сделал, вот сами смотрите. Никаких заусенцев, все отлично у меня. Просто, ну просто захотелось. Некоторые пишут там Mazda 6 Club. Ну, я решил так. Значит, смотрите, что какой момент. Вот сюда, да? Сюда. За счет того, что мы сделали данный уплотнитель, нужно сразу заранее сделать дырочку. Вот здесь у нас идет. Я взял вот маленькую отверточку, я сейчас ее просто расковыряю аккуратно и ножницами порежу. Также. Вот вы часто меня спрашиваете, особенно в личку, вот постоянно на самом деле пишут один вопрос, чем ты занимаешься, где ты работаешь, что ты делаешь и так далее. Вот сейчас я вам сделаю легкую рекламную паузу. Я вам просто покажу пример, что мы делаем, вот чем мы занимаемся, а вы там оцените. Работаю в рекламе, занимаюсь вот такими вещами. Делаем вывески различные, световые короба. Вот это все светится. То есть завтра поедем на монтаж, соответственно, это будет все вешаться. Сейчас пока что он еще доделывается. Здесь вот эти вещи нужно, чтобы красиво было. Здесь блестяшки, клепки. Покрасим все. Вот это так короба делал. В общем, кому интересно просто, что я делал, вы можете проще. Я сейчас в описании кину ссылку на наш сайт. Вы зайдете, посмотрите, сами все поймете. Особенно нажмите раздел просто наружная реклама. И там все то, чем мне больше всего нравится заниматься. То есть то, что я люблю. Вот. Ну ладно, дело не в этом. Дело в следующем. Короче, сейчас делаю дырки и иду вешать. И как раз послушаем, пропал ли звук или не пропал. А не звук даже, скажем, а дребезг. Значит, двумя руками просто снимать неудобно, и снимать и делать. За счет того, то, что я приклеил, это все, мне было просто одной рукой, ну, двумя, там, раз приложил, попал в дырки и все. Кстати, сначала перепутал, здесь сделал, оказывается, они вот здесь в середине. Вот сейчас затягиваем, одеваем номер. Ну вот, смотрите, когда будете затягивать, здесь как бы нужна тонкость. Главное, не притяните, то есть аккуратненько, но и нужно нормально затянуть. Так как он все равно чуть подсдуется, подсядет. Вот. Так что имейте в виду. Ну, смотрите, уже, да? Так, ну вот, собственно, результат. Ничего не шатается. Все затянуто. Номер висит ровно. Теперь сейчас ветерочек, сука, дует. Крутяк, да? Вот этот дребезг, блядь. Да? Ну все. Собственно, вся движуха заняла мне примерно 15 минут. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если это видео вам было полезно.
До новых встреч, пацаны.